Добрый вечер, меня зовут Ирина. Я сегодня получаю свой первый заказ в компании Oriflame. Буквально 2 недели назад я заказала себе комплексный лифтинг уход Novage. И сейчас мне не терпится открыть коробочку и достать все те драгоценные вещи, которые там находятся. Мне вот дали ножичек. Надеюсь, у меня сейчас без проблем я вскрою этот сундучок. Да, мне вот даже руки трясутся немножко. Ну, накладная, это один момент, значит, мы ее уберем. А вот это вот то, что я хотела получить. Спасибо большое моему консультанту, который помог мне определиться с выбором. Я пришла на презентацию и опробовала все вот эти вот замечательные вещи, которые лежат в коробочке. Мне безумно понравилось воздействие на кожу каждого из этих компонентов. И вот я сейчас хочу найти первое, это очищающее молочко на выш. Да, я думаю, мне хватит его на достаточно долгое время, смотря как я буду им пользоваться. Ну, написано, что нужно 2 раза в день использовать его, утром и вечером. Это самая первая процедура, это использование очищающего молочка. Так, поставлю ее сюда. А следующее, что я должна буду попробовать, это вот этот замечательный тоник. Смягчающий тоник. Я очень хочу ощутить, как он пахнет. Великолепный свежий вкус. Нежный, ни с чем не сравнимый. Вот настоящая весна из флакончика. Так, следующий момент. Это крем-лифтинг для глаз. Для кожи вокруг глаз. Очень маленький, очень приятный флакончик. Очень хочется уже его применить. Быстрее, быстрее бы наступило время вечернего умывания, чтобы я могла все это опробовать. Безумно хочется начать. Так, следующая у меня сыворотка лифтинг. Сыворотка лифтинг. Она питательная. У нее шелковистая структура. Я уже ее пробовала. То есть я могу это говорить с уверенностью, потому что я ощутила эту бархатистость на коже, которую мне наносили однажды. Я теперь это буду делать ежедневно в течение определенного времени, пока у меня не закончится. Так. И два волшебных коробочка. Дневной и ночной крем. Ну что ж, набор получен. С сегодняшнего вечера я начну применять продукцию Oriflame и отслеживать результаты воздействия на кожу, именно всего этого великолепия. Предлагаю следить вместе со мной за этими результатами. Подписывайтесь на мой канал. Если что-то будет интересовать, задавайте вопросы. Я с удовольствием пообщаюсь, с удовольствием расскажу все, что я знаю. Ну и, конечно, давайте дружить. Дружба – это великая сила.